горлодер из болгарского перца с чесноком и хреном. Сочетание замечательное. Такую острую и ароматную приправу можно подать к мясным блюдам, дополнить картофель или блюдо из круп. Горлодер наполнен ароматами и острым вкусом. Такая приправа может быть удачным дополнением для основного блюда. Также можно готовить различные закуски с добавлением горлодера. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Подготовим ингредиенты. Корень хрена чистим, на мясорубку одеваем пакет, пропускаем через мясорубку хрен. Далее измельчаем в мясорубке болгарский перец и зубки чеснока. Пересыпаем горлодер в миску. Вкусняшки, подписавшимся. Добавляем соль, сахар и уксус, все перемешиваем. Горлодер выкладываем в чистую и сухую банку, плотно закрываем крышкой, храним заготовку в холодильнике. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Такие продукты будут нужны. Корень хрена 150 грамм, чеснок 7-10 зубчиков, перец болгарский 1 штука, соль 2 щепотки, сахар 1 чайная ложка, уксус 9%, 1 столовая ложка, количество порций 1. Щелчок, клик, нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Пока-пока.